Добрый день, друзья! Сегодня 24 мая. Хочу поздравить всех мусульман с их большим праздником Ураза Байрам. Хочу еще сказать, что в 9 республиках Российской Федерации завтра также будет выходной, в том числе и в Крыму. Сейчас мы пойдем на берег и посмотрим, как там обстоят дела. Хочу сказать, что сегодня погода немножечко изменилась, стало немножечко прохладно, 17 градусов тепла, а вода моря 14 градусов. Сейчас идем на берег. Друзья, и открылось мое самое любимое кафе. Друзья, и вот открылась возле столовая вкусно.ру, открылась шашлычная. Давайте посмотрим. Запах обалденный. Идемте дальше, друзья. Друзья, и на берегу заработало такое кафе «Крымские чебуреки». Это самые вкусные чебуреки нашего берега Алуштинского. Ну, сами видите, очередь большая. Ну и все соблюдают дистанцию. Это основное. Но чебуреки здесь действительно самые замечательные. Любимое место. Идемте дальше, друзья. Пляжи пока еще на замке. Поехали. Ну, народу гуляет очень много на набережной. Сейчас мы дальше пройдем к ротонде и посмотрим дальше. Вот также заработало кафе. Пока еще воду в бассейн не налили.
этом месте пляж немножечко шторм съел. Ну, сейчас насыпали щебенки, надо будет разгребать, чтобы пляж был пошире. Друзья, а это после зимних штормов практически место возле ротонды, ну, очень сильно пострадало от шторма. И начали сейчас делать укрепительные работы. Сейчас уже вырыли траншею, освободили от плит и, наверное, будут заливать бетоном. И здесь же на городском пляже сложили такую крепость цилиндрическую. Вот камень под сердце, в виде сердца. Вот такое изваяние, интересное, из галышей сделано. Обратите внимание, друзья, каким стал пляж после весенних штормов. Одна мелкая фракция. Покажу для сравнения пляж после зимних штормов. Вот, друзья, куда делся пляж? Мелкой фракции практически нет. Хотя вот это место на пляже всегда было песчаное. Смотрите, одни валуны. Друзья, и сейчас я буду покидать наш пляж вот через это отверстие. Не знаю, получится у меня, не получится. Я думаю, должно получиться. Сейчас я нахожусь на троллейбусном кольце. Троллейбусы на Симферополь ходят. Сейчас мы посмотрим с вами расписание. Кому это интересно, вы увидите, как ходят троллейбусы. И здесь находится наш знаменитый Алуштинский аквариум. Сейчас я ближе подойду и покажу вам цены и
как работает этот аквариум. Здесь очень большая коллекция, одна из самых больших коллекций в нашей Российской Федерации. Вот это золотая рыбка. Вот здесь сбываются все мечты. Но, к сожалению, закрыт аквариум. Ну, по известным событиям. Это вот сюда вход. Сейчас я вам покажу расписание Алушта-Симферополь. Это уже новое расписание.